А Сергей Евгеньевич, вы участвуете в программе кадров промышленности республики и расскажите, довольны ли вы реализацией этого проекта? Мы участвуем в программе «Местные кадры в промышленность», которую делает правительство Якутии. Могу сказать только одно, что для нас вопрос кадров является сейчас главной задачей нашей компании. И ориентир в нашей компании – это на местные кадры, потому что шахта – это настолько сложный и опасный вид трудовой деятельности, не каждый это может сделать. В шахту не приедут вахтовики. Вообще шахта создается это поколениями шахтеров. Поэтому мы делаем ориентир на местные кадры, создаем семейные традиции и полностью опираемся на программу «Местные кадры в промышленность», которую делает правительство Якутии, и опираемся на программу Агентства по развитию человеческого капитала. У нас с ними очень много успешных проектов, когда специалисты высокого уровня подготовленности мы привлекаем из других регионов. Но все равно основа – это местные кадры. И программа для нашей компании – это номер один – это кадры. Потому что сколько бы мы ни вкладывали денег в дорогое оборудование, мы пытаемся сделать его самым современным. Сколько бы ни тратили денег на строительство шахт и фабрик, без людей – это все мертвый груз. Поэтому люди для нас – это номер один.